Пожалуйста, лишь бы меня никто не откидал. Боже мой. Ой. 4 ДТ в центр приехали. Здравствуйте. На жемчужной реке без арты. Ну, с одной артой. С девятками. 4 ДТ в центр. Только не дайте ему заехать. Он поехал. Это же пипец, это просто нереально. Ну это же просто нереально. Он меня сейчас еще убьет, да? Че, он без башни или что? И че мне делать? У них 4 тяжелых танка 10 уровня. Все тяжелые танки 10 уровня поехали в центр жемчужной реки. В центр жемчужной реки. Это просто невозможно. Рандомные чуваки едут в центр четырьмя тяжелыми танками 10 уровня в центр жемчужной реки. Чувак, перед ним Яга, он на мосту стоит, блин, в этом, в сейве. Он просто едет, в нее подставляется. Из 26 метров не попадает. И сейчас он еще и перевернется. Ну, ну понятное дело. Цирк. Ой, господи, какой же это цирк? Это вообще, это такой цирк. Это такой цирк. Такая клоунада, это просто клоунская, по сути, я не хочу произносить слово игра, но это клоунская игра, реально. Из-за того, что в ней творят что-то непонятное клоуны. Это просто ужас. Он написал в чате F плюс F. А, и зачем он заехал спереди к бродяге? Если можно к бродяге подкрасться сзади. Падай, 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 падай. Так, тут месиво. Он должен его закрыть. Или не должен. Не могу с этого чата танкистов. Я просто не могу. О, дописался? Дописался, молодец. Вот дописался. Оба, все! Все, вот видишь? А вот это был хороший мув, что он спрятался за ртой, молодец. И набр... Так, ну-ка. Изотропик, изотропик. А что происходит в боях? Я не понимаю. Что за... Я не понимаю. Это какая-то альтернативная вселенная, что ли, включается? Вроде ты играешь, вроде все нормально, все хорошо, там что-то делаешь, там тыры-пыры, там стреляешь куда-то, переезжаешь. Только ты умираешь, и ты смотришь, что происходит, и ты в ауте. В полнейшем. Ведь самое забавное, что у каждого по 40, по 50 тысяч боев. Блин, один бой мы досматривали, да, бесконечно. Второй бой у нас был, что... Блин, он остановился и прицелился в дом. Окей. Вот. Осмотрел, в принципе, окрестности, почему бы и нет. Тоже нормально. Правильно, просто, просто... И все. Вот, вот что он сделал. Он просто плюнул в него. От бортика. Правильно, правильно. Он смотрит на фазу. Вот это. О!
мощно. Он чинит густую 3 секунды, ё-моё. Я смотрю на это. Блин, знаете, что я думаю? Можно будет когда-нибудь один разочек провести тематический стрим. И просто вот умирать самым первым и наблюдать за игроками, как они себя ведут. Куда они ездят, как они стреляют. Оп! Вот это правильно, вот это хорошо. Он дал кругаля и все, и поехал. Дерево поломал, и сейчас встанет. Не, удивлен. Боже, у них одинаковое мышление, вы посмотрите. Один стоял тут, дал кругаля, вот сюда заехал. А второй стоял тут, дал кругаля, сюда заехал. Вау! Это роботы! Это роботы, у них одинаковое мышление. Обалдеть. Он... Ё-моё. Вы поняли? Вы поняли? Они одинаково мыслят абсолютно. У них заложено в программе, что... Ну все, нужно сменить позицию, дав кругаля. Что один, что второй это сделал. Зеркально абсолютно. Жестко. Тяжело, тяжело. Ну, хотя, я надеюсь, что он десантируется хотя бы на этого татарина. А, не, он просто поедет, он еще один кругаль поехал давать. Все, он поехал давать кругаля. Вот по-любому. И этот тоже поехал давать кругаля. Вот это сейчас здесь кругаль даст, а вот это сейчас вот тут кругаль даст. Все. Оп! Блин, надо посчитать, сколько он врезался раз за бой. Реально надо посмотреть, посчитать. Раз, ну, 12 точно. Аллилуйя, аллилуйя, бой закончился. И это третий бой подряд, понимаете, такой ужас просто. Ох, как же мне тяжело. 60 тысяч боев. Он сделал красиво в этом бою. Первый трюкач. Дальше. Мантикора. Но он там вроде нормальный, но он, конечно, так плохо все исполнил под конец. Это вообще было прям тяжело. Было очень тяжело. Еще у него, по-моему, типа, кори 1900-1900. Но это не самая такая прям ужасная статистика. Но не доиграл. Следующий. Фаза. 54-9 тысяч боев. И 7. Конг. Я сказал, у них 50-60 тысяч боев. У одного 57, у второго 60. 60 тысяч боев, 46-86. Он врезается в бою 11 раз. Или 12 примерно. Блин. Мне тяжело, что...